Мне все равно. Окей, ничего обвинения. Тесакани шатар петакан. А. Кого ты касаешься? Романа Вуну. Ма инкна? Ха, ха, мы ловили нормально ловили. Я уронил Романа. Мы конца танка, да, ханзори ловили. Да, я что-то до нака упал. Запивать из кабины. Кимитя? А я. Пару дурацкая, мне кажется, тут чай нас не было. Да, ուրեմն նման է։ Դա նա քննարկ է, լիք խորոված է։ Նենց վերեք որ շատ դա քննել է։ Հա։ Բարձր է անում։ Նենց կազմած է։ Բամիրը մենակ լորի բերե, թե մեր բամի տեսականի ա, ոչխարի էլ կա հետը, լավ է իրա։ Բերեք։ Ձեր ոչխարինը ճիշտ անցած է։ Նատուրալ է, ինչ ասես։ Սեժ է, սեժ ուչի, սեժ։ Կամպոտ բերեք, ջուր բերեք, առանց դա։ Не, ну я не спорю, что если хорошо приготовить, то с этого сыр может быть вкусный. До этого, когда я тут была. Тут ваша была кампот, а раз газ ջուր. Ну, сыр ладно уж. Главное, чтобы шашлык был вкусный. Шашлык у них вкусный. Я просто удивилась, что ты не любишь. А грибы у него был владелец. По дороге один мангал. Молодец, ты таких людей вообще уважаешь. Пас. Да, пас. Сако сегодня сказал, мы едем по пути, и коровы идут. Он такой, эти коровы, где их владелец? А что, владелец? Мнение коровы. Ну, я не спорю, что... Они запрограммированы, да? Коровник. Когда у них коровник, они должны быть из мат-коровы. Мат-коровник. Как специалист. Я за последний месяц столько всего прочитал и узнал, да. Выучил про коров и так далее. А, ну да. Ну и почему ряжан бывает жидкий? Наши коровы, которые вот на дорогу встречали, у них жирность молока и протеин очень низкого уровня. Это плохо, да? Да, поэтому... Потому что они много ходят. Ну да, по горам, если надо, лазят понемножку. Поэтому у них... Больше негеры вытрут. Молоко, да... Там, по-моему, 3,2%, 3,6% жирности. Угу. А протеин около 3%. А те коровы, которые мы хотим, у них 4,8% жирность и 4% протеин. Эти коровы, которые выделили, они дают в день 20-25 литров молока. Угу. Наши коровы дают со второй лактации 70-75 литров. Угу. Так, мы пока едим такой аперитив армянский. Ловко моя тогда. Батя, если чем кагарсен, Пробовать. Ты первый. Вместе. Как красиво сейчас вспышка. If. Вот так надо. О, мастерский. Угу, я сегодня не кушал вообще. Как говорят у нас в Одессе, это не симис. Ну, пойдем. А ну передавай запах. Дай мне, пожалуйста, салат. Салат? Нечто. Надо приезжать. А где ворога? Ну, хоробарт мне, ну что ли. Ай. А здесь для Дэнни. Донесли нам чай. С соседним столом там, ребят, тусовка. Немножко вам музыки армянской, ребят. Այդ սունգի կեսը մենակ ես կուտեմ, մեզ էր սունգը շատ եմ սերը։ Չիչ, չորս կտոր, մարդա մի կտոր, հինգ կտոր։
Разница для автора. Что это называется? Все сильно умеет! Передать вот то наследие, которое армянский народ передал миру. Угу. Как пример, в Британии есть музей, где книга под названием «Британика». Угу. Где написана история Британии, угу. Как создавалась Британия. И там черным по белому написано, что первые бриты приехали из страны Солнца, аров из Армении. Но потом переводчик не историк, это все дело, как правило, опошлил, сказал, что и так и написано, можно в интернете найти это. Легко, да. Да, он написал, что в оригинале неправильно написано. В оригинале написано неправильно. Бриты произошли от там, каких-то ирландцев и так далее. Начали в Армении производить исследования в очень интересном месте. Это армянский Стоунхендж, Зараскареш. Аналог которого есть также в Британии. Mm-hmm. Много очень сопутствующих. Кстати, все Стоунхенджи, mm-hmm. которые есть в мире, а их несколько, mm-hmm. у всех есть один и тот же корень – кар. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Кар по-армянски – это камень. Mm-hmm. Много очень историй есть непонятного и интересного. Недалеко от Зараскареш есть Ухтасар, где на территории примерно 5000 квадратных метров разбросаны камни с наскальной живописью, датируемые 12-10 веком до нашей эры, где очень много интересного. Там в разных культурах наскальные живописи все олицетворяют охоту. А на наскальных живописях Армении астрологические карты, uh-huh. звезды, инопланетяне, возможно, я не uh-huh. знаю, да? Возможно, когда-нибудь все-таки мир отойдет от политики и все-таки примет историю как основу своего... Выключи! Народ! Да вообще, очень... Хороший тост, тщательно, да. Очень прямо, очень... Не знаю... Мирайовский кинется. Усе? Че, усе, ученика банка оседу, эсашка зерн погокни, у меня нахосе. Браво, пожалуйста. Браво, пожалуйста, сав. Вор мэк, вор мэк хай, мэш бабута тэйц, эйкац, эйк генера. Мэр нах генера. Маанис парти кэндэлу. Ай, эйк генера, мэр мэч турсэн кцэй. Лишний мэц турсэн кцэй. Мэнацаци масин ес чэм карабан асэм.